запуталась. Ой, ой-ой-ой. А ну-ка, где ракетка, давай. Тыш. Ты дыш. Всем привет, вы на канале Принцесса Кристина. Сегодня мы пришли в магазин игрушек. Ну что, заходим? Кристинушка, кто это на входе нас встречает? Это из «Звездных войн», Кристинушка. Смотри, это учитель Йода. Побежала искать новые игрушечки. Какой розовый самокатик красивый. Кристина, в какой отдел пойдем? Лево-право, лево-право. Там, где куколки, или там, где роботы какие-то и машинки? Роботы, а потом куколка. Целый отдел с щенячьим патрулем. Кто это, Кристинушка? Гонщик, а кто там еще? Кто там с гонщиком рядышком? Маршал. Кто это? А, это Крепыш. Крепыш в такой желтой каске. Красный это Маршал. А кто это? Кто это розовенький? Скай? Скай? Ну, я не помню, как ее зовут. Кристинушка, кого это ты обнимаешь? Что это за парень такой? Что это за мачо? Со щенячьим патрулем. А вот смотри. Эльза или Анна? Как Кристинушка рыженькую зовут? Не помнишь? А то папа вечно ее путает. Анна или Эльза ее зовут? Анна? Ну, если не так, в комментариях поправите нас. Кристинушка, где ты эту тележечку уже взяла? Это шопкинсы тебе дали? Нет, или... это шопкинсы, а кто? Это я взяла. Ты взяла, я думал, шопкинсы тебе дали. А то на тележечке шопкинсы написано. Или это чечелавы тебе дали? Вот смотри, какие у нас чечелавы. Может, это они тебе дали? Собачки, нет? Нет. Ты тут будешь мультфильм смотреть? Будешь? Это реклама, Кристинушка. А что вот это у нас? Смотри, какой дом у них огромный, Кристинушка. У Салливанов. Ух ты. Какой огромный-огромный дом. С горочками. И домик на дереве. Здорово. Пеппы? А что там новое, что-то есть? Мягенькие Пеппы. И обычные. Кристинушка, а какие новинки у Пеппы появились? Расскажи мне. По-моему, вот эти вот конструкторы, да, более новые. Раньше таких не было. И вот это вот горочки тоже новые. Но это тоже из серии конструкторов. Вот, смотри, видишь, у них и домик загородный, и школа. В общем, много-много. О, смотри, а вот эти вот наборы Hello Kitty, по-моему, только тоже появились. Раньше их не было в магазинах. Смотри, маленькие, большие есть. Тут целое семейство. Папа, мама... И маленькие Китти. А вот наборы целые. Мама. Смотри, Кристинушка, сколько Софии тут прекрасных. И все прекрасные. И видно, Софии тут разных-разных возрастов. От более маленьких, когда она еще, наверное, маленькая была, и уже более взрослая. А интересно, русалочка есть тут, София? Нет. Есть. Смотри. Это же она в роли Ариэль, по-моему, да? Или это уже не София? А, Кристинушка, это уже Ариэль. Это уже не София, да. Это уже пошли принцессы Дисней. А вот это, по-моему, Рапунцель. Кристинушка, узнаешь, что это за наборчики стилиста? Да. Это же мы такое распаковывали. Помнишь, там еще фен был? Фен в наборе был, который работал. Ты еще волосики сушила феном таким. В общем, у нас тут наборы. Наборы разные для мейкапов, для салонов красоты. Разные-разные. А вот смотри, вот вообще какой-то для чистки лица. Что это за наборчик такой? Боди-спа. В общем, спа для тела, да. А вот смотри, для массажа ног. А это, по-моему, чехлы для планшетов, я так думаю. Такие, как подушечки. По-моему, сюда планшет вставляешь, чтобы он там не падал, не знаю. На нем, наверное, чуть ли не спать можно. Вот такие вот интересные. Кристинушка, иди замки посмотри. С принцессами и принцами. Кто там живет? Кто там живет у тебя?
какие-то зверушки. А вот принц с принцессой на карете, на коне едут. И разные-разные домики интересные. О, Кристинушка, смотри, домик с Hello Kitty. Целый домик с креслами, стульчиками, лестницей наверх на второй этаж. Тоже очень интересный наборчик. Кристиня, а что это за игра такая? Это, наверное, вот этими ракетками нужно по мячику ударять. А ну, бери ракетку. Одну, думаю, одной достаточно. И ударяй по мячику. Опа, опа. И, наверное, он должен так по кругу летать и ракетка его отбивать. А ну-ка, дай папа попробует. А ну. Опа. Запуталась. Ой, ой-ой-ой. А ну-ка, где ракетка, давай. Тыш. Ты дыш. Давай попадем. Попадай в ракетку. Есть. Всем пока-пока, спасибо за просмотр и подписывайтесь на канал. Пока-пока!